А знаете, что я еще подумал? Что вот это вот вообще, как бы даже может быть и неактивная среда, вот эта вот мусорка, это просто у нас заряжен аккумулятор. И вот здесь вот у нас как раз вот через этот слой, когда он жидкий, остается как бы какое-то частичное напряжение. И относительно алюминия или меди у нас возникает реакция. То есть надо было померить напряжение между алюминием или медью и относительно этого слоя. Скорее всего, там есть напряжение, отсюда и реакция. И отсюда и выделение газа, отсюда же и разложение графита. Как бы вот такое небольшое дополнение. Это как бы тем, кто думает, может быть, и согласятся с таким мнением. Но мне кажется, это нифига не литий. Хотя, кто его знает. Ну, раз он испарился и нет реакции. Короче, на этом закончим. Всем спасибо, всем пока.